Какое горе! Максим Галкин смертельно болен. Буквально на днях стало известно, что самый востребованный телеведущий страны Максим Галкин болен. Алла Пугачёва в расстройствах, ей стали меньше радовать дни, проведенные с любимым. Юморист совершенно не думает о последствиях. С каждым годом растет число людей, которые зависимы от азартных игр. Они становятся раздражительными, нервными. Максим Галкин не исключение из правил. Примадонна часто стала одергивать артиста на виду у широкой публики, когда он с кем-то яростно спорит. Согласитесь, это крайне раздражает, когда человеку важно быть всегда правым во всех ситуациях. Максим Галкин не может остановиться, когда приводит факты и различного рода доводы. Он не чувствует момента, когда нужно время отступить. Странное поведение супруга – последствия казино, пояснила Алла Борисовна. Эта зависимость буквально поглотила его. Творческие люди обычно с головой уходят в зависимости, так как часто только там могут найти покой среди пылающего огня из событий своей реальности. Кроме того, Максим любит играть в азартные игры, хотя даже женитьбы на Алле Пугачёвой он никогда не был замечен в злачных местах. Примечательно, что самой певице очень нравится казино. Это ее единственное пристрастие, и она его совсем не стыдится. Однако Галкин и Примадонна категорически запрещают играть, а тем более на крупную сумму денег. Был такой случай, что Максим позвонил своей жене посреди ночи и попросил привезти ему деньги, чтобы продолжить крутить рулетку. Супруги часто ругаются по этому поводу, однако до сих пор вместе. Научились некоторые моменты жизни сглаживать или не обращать внимания на происходящее. Вместе Максим с Аллой воспитывают двух прекрасных детей, дочь Елизавету и сына Гарри. Супруги души не чают в своих малышах. Им нравится ощущать на себе все прелести отцовства и материнства.